темно, а мы остановились в каком отеле сегодня со своими клиентами. Я, естественно, со своими клиентами, любимыми. У нас сегодня ретрит выходного дня. Пятница, вечер, суббота, воскресенье мы посвятили занятию, хотела сказать, любовью, ну, конечно, любовью. Вообще, практика йоги, молчания, веган, фуд, все это, ароматерапия, тантра, все это, конечно же, любовь. Жизнь настолько сумрачна, что почти ничего не видно, да? Но я, тем не менее, что-то смогу запечатлеть и поделиться. Вот он наш. Cozy place, как говорят, cozy place. Let's try to sit somewhere. Okay, and listen music a little bit, yes? I know how to do it. А вы танцуете? Поднимайте вибрации в течение дня, поднимайте вибрации. Вообще, музыка, живая музыка. Сонастраивайтесь. Да, со звуком сонастраивайтесь. И вибрируйте телом. Делайте йога-йони. Вибрируйте телом. О, Боже, божественно. На самом деле у нас уже время ко сну подходит, музыка умиротворяющая, и я пойду в свой номер. А, кстати, угадайте, а в каком я городе, в каком штате, в какой стране? Разоблачайте знаменитого блогера Gate Spirit. Где я нахожусь? Для тех, кто угадает, подарок фейс-йога. Thank you.